Вашингтон хочет оплатить проживание северокорейской делегации во время саммита в Сингапуре. Однако боится, что Пхеньян воспримет это как оскорбление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с переговорами двух стран. Газета пишет, что Пхеньян изъявил желание, чтобы за проживание заплатило другое государство, однако не озвучил какое. Поэтому американские должностные лица, возможно, попросят Сингапур покрыть расходы. Напомню, саммит США и КНДР состоится 12 июня. Редактор